Привет еще раз. И теперь мы будем разбирать 10 человек, участников курса, которые не попали в основной разбор, но были выбраны рандомно из тех, кто участвовал самостоятельно. Напомню, как это делается, потому что у многих возникают вопросы, как туда попасть, как чего, я напомню. Каждую неделю из тех людей, которые выкладывают свои работы в альбом курса в группе, мы рандомно выбираем 10 человек и отправляем их ко мне на лицензию. Эти 10 человек должны иметь у себя на стене репост, закрепленный репост с информацией о курсе и время от времени постить у себя на стене этапы работы и этапы работы по заданиям курса с хэштегом To Be Human. Итак, сегодня это Саша Ивашова, Катерина Кузьмина, Наташа Савельева, Виталий Труфанов, Александра Болдырева, Дарвин Пешеход, Ан Джонс, Мария Фролкина, Маша Китаева и Оля Третьякова. Это люди, которые были рандомайзером, выбраны случайно из тех, кто положил свои фотографии в альбом. Итак, Саша Ивашова. Хорошо. Смотрите, вот в первых набросках здесь, я, кстати, не знаю хронологически точно, это ли первые, да, но хорошо. Вот в этих набросках есть работа, в том числе и над объемной составляющей. Есть работа над ракурсом бедер, над тем, как именно расположена грудная клетка, и это правильно, это good. Вот в таких набросках этой работы нет, то есть грудная клетка и тазовой области, они показаны условно. Это не good, то есть стараться нужно делать так, как на той серии у нас было. Вот, то есть вот это вот тоже хороший момент. Есть здесь работа над ракурсами. Важно, грудная клетка никогда не сгибается. Именно в этом смысл вот этих вот скелетов. Есть точки у человека определенным образом расположенные. Есть части скелета, которые всегда остаются неизменными. Как бы он ни гнулся, есть грудная клетка, она всегда будет вот такой. Поэтому, если здесь вот эта вот поза, да, никогда не будет здесь вот такого излома в груди. Будет две ситуации возможны. Либо это излом в шее. У нас вот таким образом расположена грудь. Вот так вот расположена голова, излом в шее. И человек там вот руки, лопатки положил. Вот он стоит. Он опирается на нижнюю часть шеи и, ну, заднюю часть шеи, лопатки. Грудину у него вертикально. Либо вторая ситуация, когда у него там, например, грудина поднята только частично. Вот подняты ноги, руки. Он там старается вот себя держать за счет корпуса. Вот так вот там он как-то. Но при этом грудина у него здесь, конечно, не сгибается. Ну, либо она полностью лежит на земле и поднимается уже только тазовая часть. Это и есть механика человеческого тела, то есть в каких положениях он может находиться, в каких не может. И еще один момент. В своих набросках старайтесь все-таки соотношение размеров частей тела, которые вы рисуете, соблюдать, то есть чтобы размер грудины не варьировался настолько сильно, размер тазовой области и так далее. То есть они должны быть примерно одинаковыми, для того, чтобы вы понимали их соотношение и положение друг относительно друга. И повнимательнее посмотреть на пропорции, особенно там в более простых позах. Там здесь коленки пониже должны быть, да, здесь там
Ну, в принципе, не нарисовано, как именно рука. Длинная шея. Набросочные какие-то конечности не всегда дают представление о том, какой они длины. Вот за этим последите, потому что здесь технический момент на этом этапе важен. Важно технически все правильно строить. Катерина Кузьмина. Трам-пам-пам. Запутались, да, с этой позой? Непонятно, что тут происходит. Правильно, в целом подход, но вижу, путаница у вас возникает в позе с резким изгибом спины. Тут же начинает уменьшаться грудная клетка или сплющиваться. В общем, что-то странное с ней происходит. Давайте разберем, как это случается. Я здесь не совсем вообще поняла, какая поза, но хорошо. Вот у нас есть человек обычный, нормальный. Он выглядит вот так. Вот у нас есть бешеный гимнаст, который часто есть в фотографиях, референсах, потому что они все сгибаются в крендели. Во-первых, помните, что среди референсов довольно много гимнастов. Гимнастов часто фоткают голыми. Это красиво, там, ну, в общем, полуголыми. Это красиво, это выгибучее и так далее. Но мы когда смотрим на них, мы думаем, блин, как ты так согнулся? Откуда вообще у тебя торчит эта конечность? Что вообще происходит? Еще более-менее можно понять, как они так делают, когда они раздеты, но если его одеть, то может возникнуть ощущение, особенно в мешковатой одежде, может возникнуть ощущение, что человека скомкали, сломали, у него что-то явно не оттуда торчит и так далее. Поэтому имейте это в виду, когда изучаете анатомию. И старайтесь изучать не только гимнастов, не только на их основе. И помните о том, что человек оценивает правильность позы по тому, насколько она соответствует тому, что он часто видит. То есть у нас у всех есть банк памяти, и мы оцениваем. Мы нарушения в анатомии животных видим гораздо хуже, чем нарушения в анатомии людей, потому что просто животных редко видим. Точно так же то, что правильно для человека с хорошей растяжкой, может просто восприниматься неправильно, потому что людей с хорошими растяжками видим не так часто. Вернемся к нашему многострадальному гимнасту. Вот он весь такой выгибучий, что затылок кладет себе на заднюю сторону коленок. Да? Что происходит? Таз остается в том же положении, в котором был. Вот у него ноги. Вот он, излом спины. И она не становится при этом длиннее. Грудная клетка. И голова. Здесь получается такой вот классический, вот этот вот очень довольно странно выглядит у гимнастов. Вот у них попа, здесь кости таза, здесь у них спина, там, например, сиськи, ребра и вот этот вот сплющенный вот такой живот. Потому что живот натягивается между вот этим вот всем. И вот у него голова. У нее в данном случае. Кости таза смотрят сюда, грудная клетка смотрит сюда. Соответственно, если мы такую вакханалию изображаем в каком-то ракурсе более сложном, вот, например, здесь, да, то это у нее будет таким примерно образом расположенный таз, не настолько выгнутый, насколько вы нарисовали. Здесь нога будет выгнутая, да. Второе. Здесь спина, и сразу вот она, грудная клетка. Спина сократилась вот здесь. Вот она держит ногу. То есть не забываем о том, что есть сокращение. Здесь я просто саму позу не очень поняла, поэтому сложно поправить. Но если вот эта вот голова,
что у нее будет там грудная клетка. Сейчас, чтобы не мазюкать. Голова вот здесь. Тошна сюда приходит. И там вот куда-то там вышло. Таз. Близко. Грудной клетки. Но и все равно не понимаю. То есть тут хорошо бы, конечно, мне саму позу увидеть. Здесь тоже. Вот тут окажется таз. Да, изгиб позвоночника не делает его длиннее. И смотрите. У ноги есть изгиб. Вполне естественный. Это относительно прямой линии. Немножко выгиб сюда, выгиб сюда. Хорошо его рисовать на скелетах, потому что тогда у вас положение ног будет более правильным. Если мы рисуем ногу в сокращении, например, нога смотрит на зрителя, то есть такая тонкость, что вот этот изгиб сильно увеличивается, поэтому нога может выглядеть вот так. Что нам это дает в реальной там потом жизни, то есть в дорисовке. Что у нас там вот здесь вот коленная чашечка. То есть мы как бы положение мышц по этим линиям потом более правильно в сокращении простроим. Но если у нас нога расположена боком к зрителю, очевидно, что она достаточно длинная, чтобы не быть настолько сильно сокращенной, то, конечно, тут такого не будет. То есть настолько резкое то самое оно будет в сокращении. А в обычном состоянии оно, вот как правильно здесь, будет более плавным. Ну а так хорошо видно, виден хороший прогресс. Подход правильный. Работа здоровская. В целом вы молодец. Танцы, борьба. Наташа Савельева. Ну, тут упрощение такое, немножко на грани фола. Соотношение ездит относительно друг друга частей, да, то голова очень маленькая, получается, то грудная клетка увеличивается или уменьшается, то таз. Вот, плюс иногда искривление прямых задающих конечностей становится уже не совсем естественным. Но в целом есть пространственное восприятие и как бы хорошая пластика у ваших человечков. То есть у вас изначальный уровень понимания, рисования и так далее, он хороший. Немножко повнимательнее постройте какое-то количество поз для того, чтобы более четкое понимание того, как они могут строиться, происходило. Вот здесь вот, кстати говоря, вот эти вот все позы, которые, например, вот здесь у вас нарисованы, они четкие по соотношению размеров. Везде хорошая голова нормального размера, тут только чуть маловато, но в целом
уже получше, да, грудная клетка, конечности не длинные, не короткие, а вот здесь вот она там внезапно очень уменьшилась. Почему-то у вас белый на черном, ребята, более гармоничны по пропорциям, чем черный на белом. Длинноваты руки. Немножко. Но в целом хорошо. Виталий Труфанов. Тот момент, когда мальчикам проще даются четкие формы. У вас, ну, во-первых, время от времени ползут пропорции, и это нужно проверять. После того, как вы отрисовали очередную позу, смотреть, да, у вас здесь нога короче, чем рука от плеча до локтя. Хотя должно быть наоборот. Во-вторых, все-таки строим трапецию и старайтесь не мять форму грудной клетки, не сминать ее, а именно вот такой вот этот баллон всегда соблюдать. И если сам баллон вам трудно крутить в пространстве, крутите параллелепипед. И еще один момент. Люди пластичные. И вот это вот полезная штука, эту пластику немножко учитывать, да? Не прямые отрезки, а немножко кривоватые. Спина имеет изгиб. Ноги. Это я немножко гипертрофировал, но тем не менее. И руки. Вот там. Если рука назад, там, вот так вот примерно выглядит. Да? Раз, сюда, сюда. Поэтому будет видите, как сразу пластичнее становится фигура. Это потом у вас перейдет и в анатомию целиком. Маленькая грудная клетка. Маленькая грудная клетка меньше, чем голова. Здесь длинные. Позвоночник, короткие ноги, маленькая грудная клетка, короткие ноги довольно часто, маленькая грудная клетка, короткая нога. И это рановато пока. Короткие ноги, короткие ноги, короткие ноги, маленькая грудная клетка, маленькая грудная клетка. И в какой-то момент таз начал скатываться к шарику. Он здесь тоже как-то расположен в пространстве. Относительно этой грудной клетки. И спины. И ног. И это нужно подумать над тем, как он расположен. У нас повторяющийся... Нарушение диспропорции здесь наблюдается. Маленькие, это короткие ноги, маленькая грудная клетка. Ползут время от времени расстояние
Длина шеи, длина позвоночника и квадратность общая наблюдается. Плюс внимательнее простраивайте объемы. Александра Болдырева. Так. Один только сет успела сделать. И здесь у нас нет пока речи о построении форм. Нарушаются пропорции. Там вот от коленки до бедра. Но на самом деле тут, в принципе, да, настолько скетчево все нарисовано, что как бы не избежать ошибок. Вот. Постарайтесь, если это не единственная работа по курсу ваша, если вы хотите дальше продолжать, вам труднее будет дальше на следующих этапах, потому что первое задание сделано в небольшом объеме, но постарайтесь четче работать, точнее, аккуратнее. Если вам это будет требовать больше времени, то пусть у вас будет меньше работ, но нужно простраивать, нужно смотреть пропорции, смотреть форму и максимум стараться из того, что вы можете нарисовать, выдавить. Дарвин пешеход. Вот тот вариант, когда рука неуверенная, это видно, что человек явно начинающий, многие вещи трудно делаются, но делаются. И здесь вот появляется и объемное видение, и мысли о пропорциях, о том, как эти пропорции сохраняются, даже если у человека там сидит как-то или это самое. И это здорово, потому что человечек, видно, как он от скетча к скетчу становится все более правильным. Дальше уже более смелый. Грудную клетку сделали таким овалом с дыркой посередине, немножко читерство. Верните ей объемы, пусть она будет не просто овалом, будет формой, потому что иначе вы не разберетесь, как она сделана. Повписывайте ее в квадрат, порисуйте ее более сложно, ближе к тому, что у вас в начале было. Ну и, соответственно, если уже настолько там все это тяжко идет, что позы становятся вот такими, то лучше остановиться, сделать перерыв. То есть вот эти, вот такая работа. Где там они? Вот такая работа. Она ценная, она двигает вас. Она вам растит скилл. Ситуация там такая какая-то, да. Она уже перестает двигать скилл. Она, конечно, нарабатывает руку, набросочность, но тем не менее, это уже гораздо более медленное продвижение по скиллу. Поэтому старайтесь градус соблюдать и форму грудной клетки тоже. Энн Джонс. Сильно разнится кривизна позвоночника.
ну, в смысле, проявляется. То есть все-таки вот так вот он не делает. И не получилось пока с формами. Если такой прогиб, то позвоночник приходит в центр. И вот она, грудная клетка. Грудную клетку можно, да, там, пока деревья этой квадратной поделать, если вам так проще. Но квадратная, да, должна быть при этом с пониманием того, как она в пространстве расположена. И потом постараться все-таки набросать именно форму грудной клетки, форму ребер. И здесь тоже. Не хватает именно простройки формы. В таком случае здесь уже второстепенны будут позы, потому что они не ложатся у вас на базу. То есть рисовать сложные позы с такой базой вам тяжело будет, и в принципе смысла пока немного. Нужно модельку человека в статичных простых позах именно по формам проработать. Мария Фролкина. Тоже момент сходный с предыдущим учеником, когда части скелетика не являются фигурой, не являются объемным каким-то этим самым, а просто условные. Ножки круглые, а не трапеция, которая стоит как-то на плоскости. Положение таза не всегда понятно. Где-то есть работа над тем, как именно он расположен, где-то нет. Вот это вот с этой точки зрения хороший скелетик. Тут здесь расположение таза, подумано над ним, расположение грудной клетки. Но в принципе этого должно быть больше. Постарайтесь повнимательнее поработать над скелетиками и себе поставить понимание вот этого дела. Это сейчас вот этот 16-й хороший с этой точки зрения. У него по соотношениям все ничего. А вот здесь, например, да, часто есть такие ситуации, что очень длинные руки-ноги, маленькая голова, и получаются такие люди-доходяги. То есть они уже там диспропорциональны, получается. То есть за пропорциями тоже посмотрите. Голова маловато часто. Чуть побольше. А, Маша Китаева. Очень набросочно. Очень драфтово. У вас при этом есть понимание пластики. Оно живет, дышит у вас в набросках. Это хорошо, здорово. Вам еще в будущем пригодится. У нас будет набросочный сет через какое-то время одним из заданий. Но сейчас вам нужно проработать понимание человека, построить его. Построить человека нужно один раз в своей голове, так, чтобы вы знали, как он строится. Потом можно возвращаться к наброскам и использовать вашу замечательную экспрессию и пластичность для того, чтобы рисовать живых классных людей. Но эта экспрессия и пластичность должна строиться на четком понимании того, как человек сделан. Вот как только у нас пошла более-менее сложная поза, все части тела превратились уже в настолько набросочно нарисованные моменты, что совсем непонятно, как у него таз расположен, как у него грудь расположена и так далее. То есть, значит, что понимания того, как они расположены, пока в мозгу нет. Поэтому нужно отложить
с кетчевой, с драфтовости и немножко почертить. Построить. И Оля Третьякова. У меня сейчас флешбэк какой-то. Я извиняюсь. Такое ощущение, что я это уже видела. Да. Почему-то задание попало в оба разбора, при этом здесь значится как Ольга, в альбоме как Оля Третьякова. Значит, вы прислали мне его на почту и положили в альбоме. Сейчас посмотрим. Это у нас 143-й человек. Сейчас найдем. Непонятно, я не понял. Блин, скинул их контакт, где номер фотографии. Ладно. Сейчас на глаз определим. Вот оно. Оля Третьякова. Не подписано, что участвует в основном разборе. Есть в основном разборе и есть в случайном разборе. Сейчас посмотрим список. Присутствует, при этом она у меня в списке. Не поступайте, пожалуйста, так. Путайте людей. И вот сейчас какой-то человек потерял свой рандом. Поэтому я сейчас зайду в альбом. Наугад ткнул. Разберу еще одного человека. Участникам, которые попали в 25 человек рецензируемых, просьба не выкладывать свои работы в общий альбом, потому что возможны вот такие вот моменты. Так. Я открываю альбом и я делаю вот так. И это у нас Мария Хмелева. Вот непонятно, вроде считали, да, по головам, но все равно получились короткие ноги. Возможно, потому что корпус длинный, получился отнюдь не две головы. Длиннее, чем должен был быть. Но в целом, как бы, правильный подход к изучению пропорций, но все равно пока
сбоит немножко чисто из-за того, что геометрически там. Может быть, попробуйте с линейкой там в какой-то момент порисовать. Не все наброски, потому что всегда с линейкой не нарисуешься. Просто часть фигур порисуйте с линеечкой для того, чтобы нарисовать правильную фигурку, понять, как она сделана. Ноги часто короткие, и большая длинная часть грудного отдела, большая грудная клетка, слишком длинный позвоночник. Вот они поменьше будут. Диспропорция при этом не очень большая, но вот она есть. У вас голова больше, чем те головки, которые вы в ногах рисовали. Смотрите, давайте вот прям даже вот в сравнении с этим человеком возьмем вот этих вот ребят. Голова как раз она, ну, чуть-чуть побольше, грудная клетка будет, и здесь она заканчивает чуть побольше. У меня там, возможно, в видеозаписи не полностью точный пример. Вот у нас голова, вот у нас грудная клетка. И вот она у вас получается почти в 3 головы размером. Сейчас я просто пытаюсь свое понимание того, что все не совсем правильно геометрическим расчетом привести оно, потому что в большей степени уже интуитивное, потому что давно рисуется. Ну вот. Но сейчас мы с вами разберемся, где зарыта собака. Значит, вот у нас есть голова. Она заканчивается. Вот у нас 3 головы, включая шею. Понятно. Раз, два, три. Да? Конца тазовой области, то есть туловище, это вот так. Видите, у вас теряется, да, вот здесь 3 головы. Всего в человеке их должно оказаться 7. У вас получается здесь 3, 3, здесь 4. В ногах, да, окей, а здесь вот лишняя 8-я получилась. Соответственно, таз у нас заканчивается здесь, таким образом. Грудная клетка уже, очень она у вас жирненькая, везде. И вот они, ноги. Тогда оно по пропорциям становится окей. Это первый момент. Второй момент. Учитывайте вот что. Вот смотрите, у вас есть человек, он там, например, стоит. И вот в его скелете там вот это положенное количество голов. Укладывается. А потом человек
взял и чуть-чуть присогнулся. Буквально немножко. Этого может быть не видно, когда вы фронтально рисуете. Практически. Но голов у него в туловище уже будет не три зрительно. То есть их так-то будет три. Но здесь оно будет смотреться короче. Аж вот на такое расстояние. Поэтому такой вот расчет работает только во фронтальных позах. То есть вы изучаете позы прямые, в которых вы человека видите прямо перед собой достаточно, а потом переходите к более сложным позам, и они у вас уже автоматически лягут в более... Ну, то есть автоматически лягут уже и в сокращениях. Вы это начнете чувствовать потихоньку. По времени не успела делать полный объем. В общем, удачи вам. Всем спасибо за участие, за рвение. Радует меня очень, что несмотря на то, что что разбор в этом году только 35 человек, все равно очень много народу участвует свободно. Я думаю, что многие вещи, которые мы сегодня с вами разбирали, еще разберем, повторяются у многих, поэтому смотрите разборы, берите прям свои картинки, смотрите разборы и прикидывайте, что ложится на них, что не ложится. Вот. Всем удачи со вторым заданием. До встречи через неделю. Следующий разбор будет, как положено, во вторник. И всем творческих успехов!